Всем привет! Меня зовут Дина Яковлевна, и я продолжаю знакомить всех современных бабушек и дедушек с компьютером и его возможностями. Сегодня я расскажу, как распечатать страницу с сайта с помощью буфера обмена и текстового редактора. Откройте текстовый редактор, переключитесь на браузер и загрузите нужную страницу. Выделите на веб-странице необходимую информацию и скопируйте ее в буфер обмена с помощью контекстного меню или комбинации клавиш Ctrl-C. Переключитесь в текстовый редактор и с помощью контекстного меню или комбинации клавиш Ctrl-V вставьте информацию из буфера обмена, скопированную туда ранее. Чтобы избавиться от ненужных элементов распечатанной страницы, можно воспользоваться сервисом Print What You Like, где, введя адрес нужной страницы в соответствующую форму и нажав кнопку «Старт», можно удалить из загруженной страницы ненужные фрагменты и после этого отправить ее на печать. Кроме того, сайты, заботящиеся о своих посетителях, могут иметь версию страницы для печати, где присутствует только необходимая информация, без избыточных элементов на странице. Печатайте только нужное. На этом все. До встречи в онлайне. С вами была Дина Яковлевна, бабушка в сети.